Водоснабжение населенных пунктов остается актуальным вопросом для региона. На данный момент по этому показателю наша область занимает 10-е место среди всех областей. Вопрос обсуждался вчера на заседании правительства, на котором было дано поручение обеспечить централизованным водоснабжением 120 сел в Казахстане. В их числе 21 населенный пункт нашей области. Всего в регионе 416 сел, и только в 245 из них проведено централизованное водоснабжение. Таким образом, доступ к чистой воде имеют 283 тысячи человек. Это 89,3% всего сельского населения. После завершения работ, запланированных на текущий год, данный показатель превысит 92%. В этом году у нас планируется обеспечить чистой питьевой водой, начать реализацию в 35 селах. На данную программу выделено порядка 7,4 миллиарда тенге. Из них у нас из 35 сел в 9 селах будет реконструкция проводиться существующих водопроводов, в 26 селах мы планируем начать новое строительство. По итогам года планируем завершить, ввести в эксплуатацию 19 проектов и обеспечим порядка 92% населения Западно-Казахстанской области чистой питьевой водой.